Всем привет. Собственно говоря, меня держали под угрозой огнестрельного выстрела, поэтому сегодня я провел весь гид космической станции Starshine имени Арумуна. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Я буду говорить о всех недавних обновлениях, которые сделал комьюнити этого сервера. Также я буду говорить о новых до старых обновлениях, по причине я так захотел. Ну а пока меня не застрелили, то мы начнем. Добавление амуниции в опенинг сделано в Wizard и Arsec 08. Что ж, все просто. В их опенинг добавили магазины и набор с магазинами. В соответствии с наборами оружия. Также был добавлен оружейный кейс. Добавление возможности сделать медипеды сделано в Wizard и Arsec 08. В этом обновлении было добавлено парочку новых медипедов. Добавили возможность создавать медипеды из шприцов, а также найти их в тех ящиках. Респрайт сломолюдов сделан QR-тук. Небольшой респрайт сломолюдов. Добавили подбородки. Все. Добавление крафта меха сделано крысой? Да. Добавлены крафты Дюранду, Одиссею и Гайгексу. Вот. Разделение утилизаторов на утилей и шахтеров сделано Wizard. Утилизаторы теперь снова занимаются только обломками. На все карты был добавлен отдел шахтеров. Добавлены шахтерские принадлежности и броня, которая может быть модифицирована. Система носков сделана Томиоки. Добавляют отдельный слот для носков. 31 разновидность расцветок носков, включая по 2 и 3 вида их длины для каждой расцветки. В общей сумме 85 новых носков. Добавление роли Блюшилда сделано Wizard. Был добавлен офицер синего щита, как и его снаряжение, соответственно. No, what are you doing? What are you doing? No, no, what are you doing? What are you doing? Stop! No! Oh god! Fuck! Fuck! Fuck!